День у шерифа Летейкина сразу не задался. Его затопили. Но так как разбираться с генералом Канбаевым у шерифа не было ни времени, ни смелости, он продолжил работать над новым делом. В одном из детских садиков неизвестный на тихом часу пел песни. Дело под кодовым названием «Криминальные связки» должно быть раскрыто в ближайшие сроки. Шериф Летякин назначил стрелку своим фартовым свидетелем. В Казахстане какие есть жвачки? Арбузные, с вкусом и с клубники. А самая популярная в Казахстане жвачка какая? Со вкусом без пармак. Олжас Ахат, 6 лет. Рост 120 сантиметров, вес 19 килограммов. Начинает каждое утро с зарядки, потому что нет смысла идти в садик с разряженным планшетом. Зарегистрировался в Инстаграм только для того, чтобы Ажешка знала, что и когда он кушал. Требует КСК выделить еще одно парковочное место для его самоката. Да. У нас произошло преступление. Какое? У вас в садике кто-то на тихом часу пел песни и не давал никому спать. Какое наказание нужно дать преступнику, если мы его поймаем? Если поймаем? Да. Поругаем по жопке. Поругаем по жопке, да? Да. И все. Сколько ругать по жопке будешь? 100 раза. 100 раз? Да. А если так вычислим, что это ты пел? Я вообще, когда сплю, не пью. Знаешь, что это такое? Знаю. Что это? Детектор неправды. Детектор неправды. С помощью него мы поймем, говоришь ты нам правду или обманываешь нас, хорошо? Ты никогда никого не обижал? Нет. Обижал? Иногда. Кого? Тебе нравится каждое утро просыпаться, чтобы пойти в садик? Нравится. Ой, обратно запутался. Не нравится, наверное? Говори, я. Я. Олжас. Олжас. 6 лет. 6 лет. Клянусь говорить правду. Клянусь говорить правду. Правду. Правду тоже можно. Да. Если я скажу неправду? А что будет? Ты говори. Если я скажу неправду? То буду вставать раньше всех? То буду вставать раньше всех. И наливать всем чай. И наливать всем чай. Все, давай. А почему нельзя? Вот жвачку ты пожевал? Да. Ее проглотить нельзя. Почему глотать ее нельзя? Потому что какать не сможет. Ну как твоя мама выглядит? Расскажи. Ай, лицо у нее красивое, ноги нормальные, голова нормальная, уши нормальные, лоб нормальный, глаза нормальные, зубы нормальные, нос нормальный. Голова нормальная, и бас нормальный, руки нормальные, пальцы нормальные, а ноги нормальные, все нормально и красивое. И все, мама красивая, да? Да, и папу люблю. Да, пиши папу, как папа выглядит? Эй, он сильный, смелый, но некрасивый. Зеленоглазое. Еда. Жансая Кабибулаева, 6 лет. Рост 112 сантиметров. Вес 29 килограммов. Единственная, кто в садике может выпить молоко с пенкой. Хранит деньги, как папа, в мамином кошельке. Просит у родителей отдельную комнату для ее кукол, а лучше отдельную квартиру. Кто-то в вашем садике во время тихого часа пел песни и не давал никому спать. Вот мы тебя и вызвали, чтобы ты нам помогла найти этого преступника. Ты нам поможешь? Конечно. Ты когда-нибудь обманывала родителей? Никогда. Один раз. Один раз. Ну, видишь, он вот и пикает. Ты всегда помогаешь убираться дома? Я постель заправляю и одежду складываю. А мама посуду моет, стирается и пол моет, и кушать варит. А папа? А папа за компьютером сидит, да? И все. У папы самая тяжелая работа, да? Я? Жансая. Жансая. Мне 6 лет. Мне 6 лет. Я клянусь говорить правду.
Я клянусь говорить правду. И ничего, кроме правды. И ничего, кроме правды. Если я совру... Если я совру... То отдам навсегда... То отдам навсегда... Свою шляпу шерифу Лютяйкину. Отдам свою шляпу навсегда шерифу Лютяйкину. Какому? Лютяйкину. Лютяйкину? Лютяйким. Лютяйким? Корейский шериф, да? Угу. Лютяйким. А что такое спецназ? Спецназ? Спецназ. Спасает людей. Спасает людей. А что такое кредит? Кредит, вот это я не знаю. Даже не знаю, да? Как это описать. Но он тоже спасает людей. Изначально. А потом можно вызывать спецназ. Спецназ. Да. Потому что тяжело. Тяжело. А кто такой подкаблучник? Он очень маленький, как таракан. Угу. Поставят туфли. Он залезет в туфли. Тетенька оденет туфли, а там это человечек. Да. Угу. Какие ты знаешь знаки зодиака? Бык. Бык. Коза. Коза. Лев. Лев. Крыса. Крыса. Вот я крыса. Ты крыса? Угу. И мой папа крыса. Да? А моя мама бык. Поэтому главный в семье... Бык. Мама. Мама. Алло, корикей, салам алейкум. Да-да, шериф Лютяйкин, ага. Этот, здесь вот ищем мальчика. Ага, да, пел во время тихого часа. Дальше, Жансая оставит сообщение, ага. Алло, Оливий, я тебя знала, что ты во время тихого часа пел. Теперь тебя будут искать. Есть что дома покушать? Шериф голодный. Я еще раз напоминаю, что я тебя сдала. В садике увидимся, пока. А какие ты знаешь знаки зодиака? Знаю водолей, еще. Козерог, фазан. Саинаша Ахметова, 6 лет. Рост 120 сантиметров. Вес 18 килограммов. Любит поговорить о политике, науке и еще о многом, в чем не разбирается. Уже готова к школе, но школа еще не готова к ней. Считает, что весной у каждого ребенка наступает конфетами нос. Кто-то во время тихого часа пел песни и не давал никому спать. Это из нашей группы. Это из вашей точно. Группы? Какие песни они поют, ты знаешь? Четыре пацана, огонь и вода, четыре орла, как небо и земля. Ты знаешь, что это такое? Детектор? Детектор лежа. Детектор лыжи, да? Ну вот, детектор лыжи. Мы проверяем лыжи, чтобы они нас не обманывали. Ты когда-нибудь обманывала родителей? Нет. Наверное, да. Обманывала, чуть-чуть, да? Обманывала. Чуть-чуть обманывала. Ты когда-нибудь говорила родителям, что почистила зубы, а на самом деле не почистила? Мама за мной смотрит. Каждое утро нужно чистить зубы, запомни? Да? С завтрашнего дня будешь чистить каждое утро, да? Только свои зубы. Мама пусть свои чистит, да? Папа пусть свои чистит, да? Он их не чистит. Он их не чистит? Почти он их не чистит. Она вернется, она мне ночью заменяет. Памперс. Назирке Максот, 6 лет. Рост 118 сантиметров. Вес 20 килограммов. Слушает только маму и Кайрата Нуртаса. Знает все о моде. Любит перешивать одежду, поэтому мама держит свой шкаф под замком. Образовали с папой танковый расчет. Папа играет в танчики, а она подносит ему снаряды в виде кружки чая. Меня зовут шериф Лютяйкин. Шериф Лютяйкин. Ты знаешь, что это такое? Детектив. Получилось что?
Последний куплет такой сложный. Куплет? Последний. Получилось детектор. Божий. Мавена Мандалена и такие еще какие-то песенки. Подъем. 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 Поняла. Шутка. Молодец. Поняла? Угу. Давай, папа или мама? Мама. Мама или конфеты? Мама. Мама или мороженое? Мама. Мама или Казахстан? Казахстан. Казахстан или шоколад? Казахстан. Что такое этикет? Этикет – это этикетка. Этикетка? От да. чего? От бочки, что надо, сколько стоит что-то. Алдияр Карим, 6 лет, рост 110 сантиметров, вес 20 килограммов. Программист, печатает в 5 раз быстрее, чем пишет. Пытался отремонтировать сломанную кнопку на телефоне зеленкой. Положил свою рогатку в холодильник, чтобы ее считали холодным оружием. Поднимай руку вверх и говори «я». Я. Алдияр. Алдияр. Мне 6 лет. Мне 6 лет. Клянусь говорить правду. Клянусь говорить правду. Ничего, кроме правды. Ничего, кроме правды. Если я совру. Если я совру. То займу шерифу. То займу шерифу. $1000. $1000. Без? Без. Возврата. Без возврата. Без кого? Без возврата. Тебя ставили в угол? Нет. А, да, ставили. Ты всегда ложишься спать, когда тебе об этом говорят родители? Говорят, Алдияр, все, иди спать. Ты сразу идешь спать? Да. А, нет. Тебя в садике кто-нибудь бесит? Нет. А, да. Это ты пел в садике? Нет. А? Все, вызываем. Вот это да. Алло, это... Да? Успешно работает детектор лжи, да? Вот, рассекретили его. Говорит, что не он, а вот детектор одели, сразу запищал. Эй, что сделал? А? Эй, ну, да ты что? Ты что сбрасываешь? Лификес. Лификес. Ипотека. Ипотека. Что такое ипотека? Похоже на аптеку. Только сначала люди берут ипотеку, а потом бегут в аптеку. Ши-и-ила. Ши-и-ила. Что? Ши-и-ила. Ши-и-ила? Угу. Это точно так написано? А, нет. Синишила. Что получилось? Синишила. Шуба из синишилы, знаешь такой? Шуба из синишила? Шуба из синишилы. Нет. Каждая женщина о ней мечтает. Жерес. Что получилось? Жерес. Жерес? Да. Что такое жерес? Не знаю. Ну-ка, прочитай еще раз, правильно или нет? Жерис. Получилось? Жерис. Килмантажро. Что получилось? Килмантажро. Килимандажро. 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 Сучук. Сючук. Что? Сучук.
Сучук. Сучок. Что получилось? Сучок. Сучок? Угу. Что такое сучок? Чай на воде. Рик. Как? Рик. Кит. Рик. Тик. Ти-та-ви. Что получилось? Ти-ри-кай-ти-к-та-в-ви. Рики-та-ви. Рики-та-ви. Та-ви. Рики-та-ви. Та-ви. Рики. Ты-ты-кай. Тыкай. Тыкай. Рикай, тыкай. Рики. Рики-тавил. Тавил. Рики-тавил, тавил. Рики-тавил, тавил, да? Угу. Ип. Ип. По. Тек-ка. Что получилось? Та. Тарелка. Тарелка. Шин. Шай. Шала. Шай. Шан. Наш. Шила. Наша шила. Ре. Фи. Ле. Кас. Лекарство. Следующее слово. Ой, прям такое большое, даже сложное. Рики. Рики-ки. Рики-ки. Рики-ки-ки. Ко-ки. Рики. Реки-ки, реки-ки-ки-ки. 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 И снизу еще слово вон. Тави. Получилось, какое слово? Рики-ки-ки-ки. Тави. Что получилось в итоге? Рики-ки-ки-ки. Ки-ки-ки-ки. Тави. Ага. Что это получилось? Что это за слово? Рави-ки-ки-ки-ки. Ки-ки. Тави. В ходе расследования шерифу Летякину сообщили о скорой проверке всего личного состава на физподготовку. И чтобы не упасть в грязь лицом, шериф решил потренироваться. Но Летякин не совсем точно оценил свои возможности. Она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет. Дверь. Тополиный пужара. Редко случается. Стюардесса по имени. Стелла. Не похожи на меня, не похожи на тебя. Просто так прохожий парень. Слон. Тополиный пужара. Петух. Тополиный пух, жара, петух. Она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет. Подушку. Нормально. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я точно верю в это, любовь спасет. Меня.
Мы с моими друзьями, следователями, детективами, шерифами отыскали несколько подозреваемых. Мы хотим тебе их показать, и ты нам скажешь, могли ли они это сделать или нет, хорошо? Да. Он мог песни петь на тихом часу? Он не умеет петь песни. От него все пугаются на разные стороны. Как ты думаешь, какой у него голос? Вот такой. Какой? И подойди сюда, ничего не ждет. Джи. Джи. Гур. Гур. Хан. Этот в садике работал, значит, этот. Работал, да, в садике он? Да. И, значит, этот. Значит, этот? Да. 100%? Да. Это Никита. Кто? Никита. Джи. Джи. Гу. Гу. Р. Гур. Джигур. Никита Джигур. Никита Джигур, да? Джигур, да. Он мог петь песни? Я точно не скажу нет. Скажешь нет. Угу. Почему? Потому что взгляд прикольный. Прикольный? Не мог. Не мог? Угу. Почему? Потому что он жирный король. Какой? Жирный. А чем он занимается? Да, на зеркальце смотрит. Ленивый как бы. Ленивый как бы, да? Угу, потому что он же король. Он же король, конечно. Все короли ленивые. Все короли ленивые, да? Угу. А как его зовут? Король? Король. Король Бас? Бастык. Король Бастык, да? Угу. Угу. Она могла петь в детском саду? Она уже большая. И это значит что? Она не пела. Не пела, да? Да. Как ее зовут? Риана. Мне кажется, ей бы хотелось быть Рианой. Шериф Летякин решил поставить в этом деле все точки над «и». Он уже на 99% был уверен в преступнике, но все-таки не поленился еще раз проверить свои подозрения старым методом. Его подозрения оказались верными. Преступление совершил певец в законе Николай Басков. Гастрольный тур его ОПГ, организованный поющей группировки, нужно прервать сейчас же. Шериф Летякин серьезно подготовился к задержанию преступника.